Кипелка ушла. А вот Кипелка значение. Соперник Дамир Диатолин из команды Синтек Фреш Маркет. Прогнозировали. В смысле воскрешения такой команды Синтек Фреш Маркетплейс. И это происходит. Теперь впереди Антон Козлов пытается поставиться плотно, невзирая на вот такие сложные условия. И это происходит. Дамир Диатолин собирает. Внутренний тачинг-гол 1, внутренний тачинг-гол 2. И аккуратненько подползает там Коза 2. Теперь нужно также аккуратненько набирать скорость. И же, по-моему, не только парной еды появляется там из-под задних колес. Значит, начало полотно где-то подсыхать на траектории. И Антон доездился таки до контакта с Дамиром. Контакт совсем легкий, заезд продолжается. И уже на полный состав команд победительниц. Ну а вот сейчас у нас парни попытаются свои почетный Чарльз Энн в роли лидера, Антон Козлов в роли преследователя. И вновь контакт. И нет, не до конца распрямляется Антон Козлов, продолжает преследование. Чарльз Энн тем временем заезжает в ОЗ-2 и начинает очень трудный в этих условиях разгон через ОЗ-3 к следующей перекладке. Вот она, внутренний тачинг-гол 3, перекладка в ОЗ-4 здесь появляется. Ну, здесь очевидно, суша здесь скорости выше, и поэтому процесс подцепления не происходит. Вот он и плотный финиш после станет бронзовым призером, который дам РДС убитый 2023 года. Антон Козлов или Чарльз Энн по левой дорожке, там едва не трехколесная была вот эта история с контрсмещением. Очень агрессивно ставится Антон Козлов Аки Посуху, и похоже, Аки Посуху-то все это и продолжается. Чарльз Энн преследует, и вот это да, необходимая плотность достигнута наконец-то. Опять же в ОЗ-2 перекладка, ОЗ-4, одно колесо за пределами трассы, коррекция, внутренний тачинг-гол удалось собрать, и снова широко. Еще одна пара проездов, возможно, будет победителя Чарльз Энн. И синхронно абсолютно исполняет постановку Антон Козлов, но угла категорически не хватает. Чарльз промазал мимо внутреннего тачинг-гол первого, чего с ним не случалось, по-моему, пока в этом уикенде ни разу. Антон с меньшим углом продолжает преследование. Фланкер, перекладка, очень хороший угол после перекладки. Чарли, у Антона все равно пожиже с этим параметром. Последняя перекладка. Антон Козлов, преследователя. Ну что, насколько получится подкладку Чарли на этот раз? Неплохо. У Антона Козлова огромнейший угол. И чуть не уперся там соперника на перекладке Чарльз Энн, но этого не происходит. Чарли начинает приставать Антона Козлова здесь. ОЗ-2. Они совершают это путешествие с ОЗ-2 в ОЗ-3. И через внутренний тачинг-гол на перекладку. У Чарли проблемы небольшие тут с углом и траекторией. Пилоты разные состояния. Наступает время на
движется через зону Фури. Даже очень плотно перекладывается мимо первого внутреннего тач-энд-гоу. Пролетает мимо второго, вернее. И опять плотное преследование, начиная с ОЗ-2. И очень плотная перекладка перед ОЗ-4. Здесь Евгений Лосев теперь уже встает. И там загорелось и колесо правое сзади. Владимир Диатулина. И... Итак, закончился пятый этап RDS GP. Это было феерично. Вот. Мой боец ждет следующих выходных. А мы возвращаемся в Омск. Заберем еще одного бойца. И вернемся в следующие выходные. Будем раздавать.